Когда проснутся пчелки, тогда причешут челки, умоются над лужицей и по лесу закружатся. Кто пчелок уважает, кто к ним не пристает, того они не жалят, тому приносят мед. Им каждая ромашка нальет нектара в чашку, и даже одуванчики нальют нектар в стаканчики. Кто к ним не пристает, того они не жалят. Вот примерно вот такая погодка в Казани. Тут уже и лужицы, и скользко, и дует ветер. Это ладно, пофиг. Я сегодня еще в зал иду, поэтому сумкой, так сказать, еще будет небольшая моя тренировка в станочке. Тому приносят мед. Закончится работа. Это все убрать надо. Ну-ка давай, брат, терпим. Давай. Ну-ка сразу два, два. Давай. Встаем. Ой, как тяжело. Нальются медом соты, и вечером на пасеке сыграют пчелки в классики. Кто к ним не пристает, того они не жалят, тому приносят мед. Когда зима завьюжит и льдом покроет лужи, один уплывающий. Вот так вот, короче, убрали часть. Сейчас выглядит. Так, ну, в общем, я почти ни хера ничего не снимал на работе. Было как-то не до этого. Саша, ну, в общем, что-то снял отдельные моменты, как бы есть. Ну, а сейчас то, что я люблю. В зал. Итак, выдвигаемся с братом в зал. Так сказать, нас довезли уже. И мы идем. Вон Бран взлетает. Я зашел в магаз, взбодриться, взял грушу. А вот подборка брата на треньку. Драйв красненький. И что это? Сыр алкоголичный. Алкаши обычно таким закусывают. Но брат на тренировку, чтобы бомбить взял. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна, как сын грустит. Короче, мы в зале с братом начали приседать. Ну и частично покажу, что это отдельные моменты. Вот так зал. Место, где нужно приседать, где должно быть много народу. Мы только вдвоем с братом. И не жмет никто. Все вон там качают бицепс. Ну и вон там какой-то херней занимаются. Я не знаю, что это такое происходит. Матери, как сын грустит о матери, грустимая земле она одна. А звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как часы затмения, ждем света и земные видим сны. Песнится нам не рокот космодрома. Охренеть.
вообще остались вдвоем в зале, никого нет. Тупо пустой зал. Пусто, но. Никого нет. Поотжимаемся на брусьях, что ли. Там по программе у нас так все дело. А снится нам трава, трава у дома. Зеленая, зеленая трава. Летим орбитами, путями неизбитыми, прошит метеоритами простор. Оправдан риск и мужество, космическая музыка вплывает деловой наш разговор. Стоп, присед. Матовая земля в иллюминаторе, вечерняя и ранняя заря. А сын грустит о матери, а сын грустит о матери, ждет сына мать, а сына весь земля. Нам не рокот космодрома, небо ледяная синева. А снится нам трава, трава у дома. Зеленая, зеленая трава. И снится нам не рокот космодрома. Наклоны стоя, так сказать, ну, на спиночку. Короче, приток сделали еще французский, но я не снял, и все, и домой. Фу, ты вообще занимаешься или нет, а? Фу, тебе в зал сходить, какой-то атрофированный стал, до ужаса. Вышли из зала, я вспомнил, что я не доел полгруши, у меня сейчас зарядка грушей. Ты сумку разодрал. Не порвал, у меня еще порвалась сумка. Вот, короче... Блин, плохо видно. Вот здесь вот лямочка. Так, сейчас фонарик включу. Во, как с деревни теперь с фонариком. Вот здесь вот лямочка. Вот она порвалась. И я за эту лямочку не могу нести. Блин, Саша узнает, палкой бить будет. Мы с братом с деревни встретили вот такой банкомат. Брат хочет поиграть. Но он говорит, нас обманет. Сели на трамвай и едем на нем. Таких нет. Все-таки мы с деревни. Как всем интересно, что внутри. Так, короче, вот мы и доехали до дома на трамвае. Идем домой. Сейчас тут, короче, ну, все-таки мы не будем обходить, а срежем. Значит, вот здесь идет забор, мы будем перелазить. Да, отсюда сейчас чуть пройти, там можно будет. Будем перелазить. Вот, короче, дом. Ну, если вдруг кто с Казани, может, узнает. Хотя черт узнает где. Черт узнает, кто где это. Вот. Брат решил срезать дорогу. Провалился в снег. Он весь валяется. А тут какашки. Короче, вот я прибыл домой. Сейчас в душ, так сказать, и кушать. И запущу стрим. Да, буду стримить атомик. Возможно, этот видос выйдет вообще только завтра, не сегодня. Так сказать, возможно, он будет со смещением. Но когда вы увидите Атомик, значит, в этот день я снимал полностью этот видос. Просто может даже задержка выйти, как бы, не знаю, смогу ли успеть доделать все или нет. Так что вот. Полностью перемещаюсь я так в Атомик.